Мы сегодня снимали анимацию про медведя и карася. Что делал медведь с карасем? Медведь прогуливался по лесу и решил поймать рыбу. Случайно ударил карася, из-за этого он стал плоским. Мирнинская малышня взялась за создание мультиков. Сегодня воспитанники анимационной студии «Север» трудятся над произведением по мотивам эвенкийской сказки. Монтаж, озвучка, выбор сюжета – все это дети делают сами. Действительно, очень интересно работать руками, рисовать, лепить из пластилина своих персонажей, создавать фоны, снимать. Сам процесс съемки восторг вызывает у детей. А ребята постарше уже работают на компьютерах. Центр дополнительного образования выиграл грант Якутского министерства по внешним связям и делам народов. Средства пошли на развитие местной студии анимации. Купили мультлабораторию, графические планшеты, микрофон. Авторы проекта хотят популяризовать культуры северных народов с помощью мультфильмов. Мы подумали и решили, что наша анимационная студия станет такой прекрасной средой для детей, где они будут заниматься любимыми мультфильмами, а также изучать якутский язык, язык коренных малочисленных народов Севера, озвучивать их, изучать, укреплять свои знания. Сейчас центр работает над новой идеей – театр на разных языках. Дети займутся актерской деятельностью и постановками. Этот проект хотят презентовать Фонду культурных инициатив и Оргкомитету грантового конкурса «Культурный код».